Мода последних сезонов демонстрирует отказ от принципов и правил, которые формировались десятилетиями. Пожалуй, главный тренд сегодня – это смешение стилей. Спортивные элементы проникают и в деловые, и в вечерние наряды, а разобраться без стилиста порой бывает непросто. Несколько актуальных сочетаний этого сезона комментирует имиджмейкер Марина Синдюкова. Если мы говорим не о масс-маркете, а о премиальном уровне, то на первый план выходят бренды, ориентированные на качество, когда одинаково важны и дизайн, и материалы. Это 100% лен, 100% хлопок, но чтобы одежда не мялась, хорошо держала форму. И лично для меня это кажется невероятно комфортно, приятно к телу, особенно в жару, особенно в поездках на море. Я бы всем рекомендовала обратить внимание на платье. Если платье минималистичного кроя, то требования к качеству становятся еще более высокими. В таком образе обувь может выступать в качестве акцента. Сегодня мы как раз собирали образ, льняное платье плюс балетки с очень активным декором. Такой вариант отлично подходит для городского вечера, потому что дополнительные аксессуары к нему не нужны. Здесь обувь выступает как аксессуар. И это очень здорово. Люди с хорошим вкусом всегда неравнодушны к качественной обуви. В наши дни еще и важно правильное сочетание отдельных элементов образа. Обувь лучше также выбирать, как и любую другую вещь. То есть каждая новая пара, которая появится в вашем гардеробе, она должна сочетаться как минимум с тремя возможными комплектами одежды. Тогда это будет эффективная покупка. Естественно, обувь для торжественного случая, когда она подходит только под один конкретный вечерний образ, тоже имеет место быть. Кстати, с помощью пары обуви можно превратить повседневный комплект в вечерний. Когда нет времени заехать переодеться, многие модники предпочитают переобуться. Мы сегодня как раз рассмотрели вариант такой, когда образ нейтральный по своим свойствам. Мы использовали в двух вариантах. В одном случае мы дополнили его удобной обувью с лифонами. И такой получился вариант для того, чтобы провести день активно. И второй вариант, можно этот же образ просто вечером переобуться в красивую обувь на высоком каблуке, босоножки эффектные, и отправиться, допустим, на какое-то мероприятие. Выглядит не вычурно, но современно и с необходимыми нотками для соблюдения вечернего дресс-кода. Роль каблуков в истории моды нельзя недооценивать, ведь с их помощью можно изменить пропорции фигуры, а в некоторых случаях это просто необходимо. Пилоты – это одна из самых модных моделей. И мы не можем обойти модные тенденции, да, и не поговорить о них, не показать, как это смотрится. И устойчивый, хотя бы небольшой каблучок всегда образ с кюлотами сделает более эффектным. И невероятно активный рисунок каблука усилит остроту. Да, это то, что делает вас заметной, и любая модница отследит, узнает, увидит и поймет, что вы на волне и следите за модными тенденциями. Вот сейчас вернулась тенденция обувь, сочетающаяся с сумочками. То есть то, что в прошлом году и в позапрошлом году считалось дурным тоном, в этом сезоне снова актуально. На это стоит обратить внимание. Возможно, пусть это будет обувь и сумка одного цвета, но разных фактур. Сегодня в моде свобода самовыражения. Дизайнеры предлагают выбирать свое из сотен различных идей. А интересные сочетания позволяют трансформировать эти идеи, создавая уникальные индивидуальные образы.